Отвлекся на секунду и сбил двух пешеходов. 22 сентября в Мирном водитель не заметил женщину и ребенка, переходящих дорогу по зебре. ДТП произошло в конце рабочего дня на улице Советской. По словам очевидцев, удар оказался сильным. У 6-летней девочки и ее мамы были видны ссадины. У ребенка, к тому же, была заметна гематома в области головы. Позже, как пояснили в ГИБДД, у пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга. У автомобиля разбита фара и помят бампер. Подписчики телеканала «Алмазный край» в социальной сети бурно обсуждают эту новость. Причем зрители разделились на два лагеря. Некоторые осудили женщину, которая не убедилась, что водитель не остановился. Другой же водитель недели раньше не заметил на дороге бульдозер. 15 сентября ночью автомобиль ВАЗ столкнулся со стоящей без габаритных огней дорожной техникой. От серьезных травм водителя спас ремень безопасности. Как он пояснил, бульдозер не заметил из-за встречной автомашины. Свет ее фар помешал увидеть в темноте стоящую технику без габаритных огней.